Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Татьяна Блинкова. И вначале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. В ходе расследования уголовного дела допрошены работники и ученики школ, проведены лингвистические, психиатрические и судебные экспертизы. Следователи завершили расследование уголовного дела против учительницы английского, которую подозревают в развращении школьников. У нее нашли психическое отклонение. Ну, на тормоза нажал, не хватило, вот и вот. ДТП с участием маршрутного автобуса и автокрана случилось сегодня на путепроводе. На момент столкновения в ПАЗе находилось 38 пассажиров. Творчество Виктора Астафьева легло в основу театрализованного бенефиса в библиотеке имени Чехова. Учительницу английского языка Светлану Филиппову, которая прославила наш город интимной перепиской со своим учеником, признали невменяемой. Ей грозит принудительное лечение. Врачи выявили у нее психическое расстройство. Расследование нашумевшего уголовного дела завершено. Следователи передали материалы в суд. Следственным отделом по Канскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы города Канска в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела допрошены работники и ученики школ, проведены лингвистические, психиатрические и судебные экспертизы. При этом по результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у бывшего преподавателя установлено психическое расстройство, лишающие ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с изложенным уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера. Напомним, интимная переписка всплыла в октябре прошлого года в одной из социальных сетей. В ней учительница английского предлагала 15-летнему школьнику отношения, в том числе и сексуального характера. Тогда произошедшее вызвало бурное обсуждение как в городе, так и за его пределами. Прославленная не в лучшем свете преподавательница рассказала свою историю и на федеральных каналах в одном из ток-шоу. А уже позже, в ходе расследования уголовного дела, которое практически сразу возбудил Следственный комитет, выяснилось, что 15-летний школьник был не единственным, кому Светлана Филиппова писала сообщение сексуального содержания. Ее обвиняют в совершении развратных действий без применения насилия в отношении еще одного парня, не достигшего и 14 лет. Сегодня в районе гостиницы «Медведь» переполненная маршрутка врезалась в автокран. ДТП произошло утром на одном из самых оживленных путепроводов города. Автобус вез пассажиров по 13-му маршруту с микрорайона Подсобный на конечную остановку. По информации перевозчика, на момент столкновения в салоне находилось 38 человек. К приезду сотрудников ГИБДД пассажиры уже пересели на другой автобус. К счастью, никто не пострадал. Кондуктор и водитель автобуса тоже отделались легким испугом, а вот пазик серьезно помяло. От удара разбилось вдребезги лобовое стекло. Как нашему корреспонденту рассказал водитель, ДТП произошло по его вине. Мужчина не рассчитал дистанцию. Ну, на тормоза нажал, не хватило, вот и вот. Получилось столкновение. Ну, сами не ушиблись, никто не пострадал? Нет, нормально все. Обсыпался маленько все. К другим темам. Власти не торопятся отключать тепло в квартирах горожан. В мэрии пристально следят за погодой. И лишь когда среднесуточная температура за окном в течение 5 дней будет составлять 8 градусов, городоначальник подпишет приказ о завершении отопительного сезона. Предварительной датой называется 28 мая. У нас по графику переход на горячее, на летнее горячее водоснабжение и гидравлические испытания начинаются с 28 мая, поэтому я думаю, что мы к этому числу, наверное, и остановим теплоснабжение в городе и сразу приступим к гидравлическим испытаниям и, соответственно, сразу переход на летнее горячее водоснабжение города. В Канске начался ямочный ремонт дорог. В этом году планируется заменить порядка 4000 квадратных метров старого асфальта. До 9 мая представители фирмы-подрядчика отремонтировали дороги по пути следования традиционной легкоатлетической эстафеты. Сегодня работы велись на 3 улицах города – Советской, Краснопартизанской и Некрасова. Дорожники сделали частичную выемку старого асфальта. Завтра приступят к укладке нового. Согласно графику, утвержденного службой заказчика администрации Канска, на очереди улицы 40 лет Октября, Гитоева, Предмостная площадь и другие участки дорог с наиболее оживленным движением транспорта. На 2019 год, согласно муниципального контракта, запланировано 4000 квадратных метров ямочного ремонта. Предприятие наше приступило к выполнению данного вида работ с апреля месяца. В апреле выполнено 130 квадратных метров. План на май месяц 800 квадратных метров. Но если позволят погодные условия и работающие заводы асфальтовые, планируем выполнить около 1000.
Канск с начала апреля лихорадит от пожаров. Только за последние две недели город горел 40 раз. И это если не считать возгораний в промрайоне и за городом, где регулярно полыхают свалки горбыля и опилок. Анастасия Мосина расскажет, что предпринимают спасатели и местные власти, чтобы прекратить эту эпопею с пожарами в Канске. Ну это уже бесхозы, это уже все, это хлам, это надо убирать было. Сколько раз я МЧС говорила. Вызывайте, пусть пожарка, какой-то контроль, какая-то ответственность кто-то должен. Ну, до пожара не надо доводить. Черные клубы дыма и пламя высотой в два этажа наблюдали жители нескольких многоэтажек Канска прямо в своем дворе вечером в понедельник. Огонь начал распространяться от одного из заброшенных сараев и уже спустя полчаса охватил остальные строения. Стоящая рядом двухэтажка чудом осталась цела. Пожарные бросили все силы, чтобы отстоять жилой дом. В результате пожара сгорели три гаража и почти два десятка сараев. Вот что от них осталось. Местные говорят, надо было полагать, что рано или поздно это все загорится. В заброшенных стайках очень часто собирались подростки. Кстати говоря, основная версия, которую сейчас отрабатывают пожарные дознаватели, это неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. У двухэтажки обгорел фасад и потрескались окна в квартирах. Владельцы эксплуатируемых сараев сейчас подсчитывают ущерб. Целыми остались только соленья в подвалах. И то не у всех. Никто не собирается возмещать убытки. Местные власти говорят, люди сами виноваты. Хозпостройки стояли незаконно. Их давно нужно было снести. Жильцам об этом говорили. Между тем, огонь на фоне жилых домов полыхает в Канске с начала апреля. Так, совсем недавно пожарные тушили пал травы, который чуть не уничтожил целые улицы вдоль ЖД-путей. Выявлены и виновные лица, это дети, да, которые прожигали камыш, сухую растительность вдоль железнодорожных путей. И благодаря сильному западному ветру пожар распространился вдоль улицы Локомотивная. В результате пожара загорелись эти участки, захламленные горбылем, которые жители свозили их с целью потом переработки на дрова. И непосредственно вот на улице Локомотивная была угроза, явная такая угроза 10 жилым домам одновременно. А еще несколькими днями ранее в ветреную погоду полыхал еще один район города. В результате короткого замыкания случился пожар, который серьезно повредил 3 жилых дома. И тоже куча макаронника у домов. Местные власти говорят, люди знают об опасности, но надеются на авось. С рейдом по частному сектору регулярно ходят и участковые, и члены административной комиссии. Людям вручают уведомления. Это недалеко от нового ЧП, которое может произойти. Поэтому, ну, ездит МЧС, отправлять уже, наказывать. Ну, скорее всего, что это уже произойдет на ближайшей административной комиссии. И административная комиссия будет наказывать за нарушение противопожарных правил, за нарушение правил благоустройства очень строго. Противопожарный режим в Канске действует с 4 апреля. С тех пор произошло уже больше 50 пожаров, 40 из которых только за последние две недели. Если в центре нашего города горят заброшенные здания, а в частном секторе ситуацию осложняет горбыль, то на периферии горит пустырь. Огонь по сухой траве тоже нередко подбирается к жилью людей. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей. Новости. По всей стране прошел пробный единый государственный экзамен по русскому языку. Ученики 11 классов города Канска его писали в школе номер 3, в 19 школе и в гимназии номер 4. Как проходила процедура экзамена и с каким настроением пришли выпускники, в сюжете корреспондента Александра Рукосуева. Сегодня в 10 утра выпускники школ сели за парты, чтобы написать ЕГЭ, хоть пока и пробный. Как оптимально подготовиться к экзамену не только теоретически, но и морально, вопрос, который не первый год волнует всех школьников и их родителей. Специально с этой целью проводятся пробные испытания, генеральная репетиция перед настоящим экзаменом. Это возможность попробовать свои знания на практике, ощутить те волнения, которые будут на самом экзамене, и быть уверенным, что на экзамене такого не будет, как здесь. Знаете, нет, не страшно. Когда ты целый год готовился, то страх куда-то пропадает. Как проходила твоя подготовка? Ну, каждую неделю я ходила на подготовительные курсы в школе, занималась сама дома дополнительно, смотрела какие-то материалы в интернете, читала справочные материалы. Пробный экзамен проходит в Канске на тех площадках, где и будут показывать свои знания выпускники во время настоящего ЕГЭ. Он включает тестовые материалы, содержащие актуальные задания, соответствующие структуре ЕГЭ этого года. В течение 4 часов с момента получения контрольно-измерительных материалов выпускники 11 классов решают предложенные задания. Затем работу зададут ответственному лицу, которое передаст их на проверку преподавателю-эксперту. Проходит перед началом всех экзаменов. То есть для чего? Для отработки
технологии технологических процедур, и чтобы вот на реальном экзамене уже не было, было более, я бы сказала, как максимально организовано было все и более комфортно для обучающихся. То есть это как тренировочный получается экзамен. Основной этап ЕГЭ будет проходить 22 дня, с 27 мая по 17 июня. Начнет эту эстафету экзамены по географии и литературе, а закончит его 13 июня экзамены по биологии и информатике. В управлении образования отмечают, ребята, которые не явились на ЕГЭ по уважительной причине, подтвержденно документально, смогут сдать его в резервный день, 17 июня. Итоги пробного экзамена школьники узнают в течение 3 дней. Александр Рукасуев, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Во второй части выпуска сюжет о номинанте проекта «Выпускник-2019. Общественное признание». О театрализованном бенефисе по произведениям Виктора Астафьева и о победах каннских дзюдоистов. Не переключайтесь. А Ольга из бухгалтерии каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. А такое платье увидела? Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до 1 000 000 рублей под 9,9% на ваши цели. Восточный банк. Одобряем ваши желания. Это уже твое и ждет тебя на складах центра СОН города Канска. Профлист, металлочерепица, сайдинг, штакетник. Самые дерзкие новинки и расцветки самой честной толщины по крайне выгодным ценам. Не пропусти сезон. Не пропусти сезон. Не пропусти сезон. Вторая участница проекта – выпускник 2019 «Общественное признание» Камила Исматова, учащаяся гимназии номер 1. Девушка является одной из лучших учениц образовательного учреждения. Ей легко даются даже самые сложные предметы школьной программы. Подробнее о конкурсантке в сюжете далее. Камила Исматова – девушка, от которой исходит нескончаемый позитив. Камила по праву является лидером класса. Кроме того, она очень общительна и дружелюбна. Одноклассники признаются, что если бы она прогуливала школу, то без нее было бы очень скучно. Я с ней сидел за партой на многих уроках, вот, и всегда это были не рядовые грустные уроки, а свою лепту она в них вносила, вот, в общем, они были как минимум веселыми. Девушка увлечена химией, выпускница еще с 8 класса определилась с тем, какой профессии хочет посвятить свою жизнь. Врач-учитель – это не просто профессия, а призвание. И свое будущее я связываю именно с медициной. Я бы хотела помогать людям и делать это с большой отдачей. Свою профессию я связываю с профессией нейрофизиолога. И хочу сказать, что, как мы знаем, мозг – это не только орган мышления, но и центр, управляющий всем нашим организмом. Именно поэтому приоритетной направленностью для себя я обозначила работу с центральной нервной системой человека. Преподаватель по химии за 3 года обучения также разглядела неоспоримые способности девушки в своем предмете. Кроме того, 11-классница уже сдала единые государственные экзамены досрочно и готовится к поступлению в ВУЗ. Поэтому, я думаю, с нее будет очень хороший врач. Такие качества не хорошие, как ответственность, целеустремленность. Несмотря на увлеченность довольно сложными школьными предметами и непростой профессией, девушка успевает уделять время и любимой гимназии. Портфолио Камилы буквально трещит по швам от многочисленных грамот, сертификатов и благодарственных писем. Является председателем волонтерского движения гимназии, активист российского движения школьников, инициатор и организатор различных мероприятий, акций, в особенности здоровья сберегающей направленности. В этом году стала победителем гимназического конкурса в номинации «Общественный лидер». Без нее не обходится ни одно мероприятие. Это подтверждают одноклассники и остальные учащиеся гимназии, которых она всегда тянет за собой. Камилу всегда можно увидеть на различных мероприятиях. Не припомню такого мероприятия, где бы Камилы не было. Угу. Настолько активный человек. Она очень добрая, отзывчивая. К ней всегда можно обратиться по любому вопросу. Даже если она не знает, что сделать, но она приложит все усилия, чтобы помочь. Так, например, выпускница оказала помощь в постановке торжественного концерта и танцевальных номеров на 25-летний юбилей родной гимназии. С ней работать очень весело, и она всегда говорит, что нужно делать, и объясняет. Поэтому с ней легко работать. Станет ли Камила обладательницей звания «Выпускник 2019» решать вам. Следите за ходом проекта, знакомьтесь со всеми нашими участниками и голосуйте. Старт СМС-голосованию мы дадим накануне бала выпускников. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. А в рамках проекта «Театральные среды» в Чеховке прошел театрализованный бенефис «Читаем Астафьева, открываем Россию».
Организаторы попытались с таким мероприятием пробудить литературный интерес у молодежи города к творчеству Виктора Астафьева. Виктор Петрович прожил долгую интересную жизнь, оставив нам замечательные произведения, исполненные любовью к своей родине, к своему народу и болью за его судьбу. Участники бенефиса стали молодые сотрудники централизованной библиотечной системы, а также студенты и учащиеся учебных заведений города. Они через инсценировки познакомили зрителей со страницами биографии Астафьева, рассказали о творческом пути писателя. У Виктора Астафьева очень простые, душевные, теплые, родные такие рассказы, которые напрямую касаются нашей обычной жизни сибиряков, так как сами живем в Сибири, нам это близко просто по духу. У него произведения, которые могут запомниться тебе на всю жизнь. И когда ты будешь их вспоминать, ты будешь вспоминать все вот это время, когда ты их читал, когда ты первый раз, когда последний раз прочитал. Трехлетние саженцы от 500 рублей. Такая акция действует на выставке-продаже, развернувшейся возле городского дома культуры. В преддверии дачного сезона здесь представлено более 50 видов растений. Для удобства горожан саженцы можно приобрести и возле торговой базы на улице Урицкого. Подробности далее. Черешня, груша, персик, абрикос, яблоня, жимолость и многое другое. На выставке представлены около полусотни видов саженцев. Все выращены в питомнике Манского района. Разработчики агротехнологии адаптировали растения для нашего региона. Некоторые из них выдерживают до 50 градусов мороза. У нас саженцы, яблони, сорта разные. Есть и покрупнее, есть и помелче. Есть полукультурочка, есть медуничка, саженец очень хороший яблони, сладкий сорт летний. Малиновка, летний сорт яблони. Вишни хорошие, разные сорта. Есть низкорослые вишенки, 1,50 м, 1,70 м, колоновидные. Вишня, черешня, слива есть колоновидная тоже, которая не требует большого ухода. Из интересных таких сортов. Есть крыжовник у нас без шипы, совсем без шипы, крупные хорошие плоды. Саженцы все привитые, это уже гарантия качества. А вот как растение приживется, уже зависит от дальнейшего ухода. Поэтому посетителям здесь сразу рассказывают, как правильно следить за растением. Выставка-продажа открыта для горожан ежедневно до 25 мая. Ольга Ванеева, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. И в завершении выпуска о спорте. В Канске состоялось открытое первенство города по дзюдо среди юношей 15-18 лет. На соревнования приехали гости из Зеленогорска, Заозерного, Железногорска и Красноярска. Всего на ковер вышли более 60 спортсменов. По результатам поединков в копилке канских дзюдоистов 3 золотых медали, 2 серебряных и 13 бронзовых. Тренируются борцы под руководством Виктора Тыкманова, Дмитрия Власова, Виталия Земляникина, Натальи Шайдаровой и Александра Леджи. Сейчас самые юные дзюдоисты готовятся к открытому первенству города Канска, посвященному Дню защиты детей, которое состоится 26 мая. На этом все. Я напоминаю, что новости 5 канала вы можете смотреть в сети телекоммуникационной компании «Орион Телеком» на 11, 19 и 26 кнопках. Не отказывайте себе в новостях нашего города. С вами была Татьяна Блинкова. До свидания. Ресторан «Канны» не перестает удивлять. Для именинников продолжает действовать 20% скидка. А также при заказе свадебного банкета в ресторане «Канны» номер в отеле для молодоженов в подарок. Мы всегда рады нашим гостям. Ресторан «Канны». Кобрина, 26. Предлагаем участки для посадки картофеля 250 рублей за одну сотку земли. Телефон 8 923 326 26 66.